второй нам даже жить. Ого. Нет, видишь, блин, надо продолжать на этой хреновой не ехать. Вот этого было про соски зомби, теперь про соски вампиров. Да. В общем, всю анатомию успеем обсудить, пока доберемся до туда. Блин, интересно, кто-нибудь уже сделал кавер на Skyfall со словом S-Fall? А что, была такая идея раньше озвучена? Пользуйся тем фактом, что ранение об медузу дает тебе неуязвимость на несколько секунд. Этого я не знал. Не, ну по сути в играх реально так, если что-то ранишься, то... Это только от медузы? Да не только, наверное. Да, но в данном случае меня это не спасло, скорее это была медуза. Это был огненный шар. Да, ладно, нифига плохого. Попробуй вниз, если что. Да не, вниз не надо, надо именно... В том-то и дело, что тут маршрут вполне даже очевидный один. Все что угодно, только не эти ядовитые, точнее эти квадраты с черепами. Их перепрыгивать как-то надо, как я понимаю, заранее. Ну да, типа того. Уж когда ты все ближе, то повышается вероятность, что напрёшься. Чуть-чуть ведь осталось проехать. Да, примерно такой должна была бы быть игра по фильму «День сурка». Слышу, все повторяется. Если подумать, все игры как бы в каком-то плане такие. Ну, точнее, не все, но многие. А, не-не-не, он раз. Не надо было. Прежде всего, аркад. Возвращаться, но... Кстати, есть такая ловушка в одной игрушке, тоже в платформере. Там, короче, если ты в нее попадаешь, да, то есть прыгаешь не в том направлении, да? Ну, то есть ты проходишь, и тебя опять гоняет по одному экрану. Ну да. Ой, зачем я тут прыгнул опять? Я сейчас вернусь. Хотя, может быть, эта хреновина вернется тоже, я имею в виду платформа, которая едет. Может быть, мне постоять там, подождать ее, а я за ней бегу. Ну не, вряд ли. Ха-ха-ха, наивно. Да. Да блин. Он умер с криком «Я Бэтмен», а потом вспомнил, что не умеет
Если у него нету крыльев. Да блин. Вау. Но это было уже намеренно, чтобы не проделывать весь путь наверх по новой. Да, вот. Тут все о тайминге и о правильном расположении. Чуть-чуть на миллиметр не туда уклониться и все. Или вовремя кнопку не отпустишь. Мне кажется, в реале Нёрд уже бы к тебе подбежал, знаешь, это с матом и такой: «Отдай мне уже геймпад, давай я сам пройду». Да я бы сказал его «велком». Да вот что меня сейчас ранило, а? Там вроде ничего не было. Ну не так уж я высоко прыгнул. Да, что за там про гиппопотамов? Вот что я не стал очень вникать. А кстати, геймовер тут, по-моему, как раз такой, какой он предлагал в пятницу 13-е там, с длинным текстом. Блин, эта хрень меня подбросила. Или нет? А, нет, я просто не рассчитал. Знаешь, почему ты не можешь пройти эту игру? Потому что ты не орешь и не материшься. Ага. Ты должен был начать игру со слов: «Игра грёбаная, нагну тебя раком». Да, да, именно так. Да. Ну тут я говорю, в этом и прикол, что как бы на игру можно особо не ругаться, он все делает за нас, вот тут вот, на экранах со смертью. Как бы он уже половину работы сделал. Этого не хватает. Я все равно сомневаюсь, что кто-то может что-то лучше него сделать. Так. Получается. Ёлки-палки, ну что ж. Что-то некрасиво с этой стороны, ладно. Ух. О. Еще один дико веселый уровень. У меня в напоминает. Тоже одна игрушка была. Нет, хотя там, не знаю, я еще пока не оценила сложность этого уровня. А, ну разумеется, да. Куда ж без этого? Короче, в этой игре надо очень осторожно прыгать. Один неосторожный прыжок и смерть.
почему робота лазером не прожигает? Из какого такого он материала сделан сверхпрочного, интересно? Ты знаешь, тут в некоторых мультсериалах я одну вещь поняла. То есть, когда делают какое-то сверхкрутое оружие, да, в итоге, ну или это робот, получается у них огромный или же какой-нибудь там модернизированный далек. Вот, я не знаю, в чем прикол, но они реально над даликами стебутся очень хорошо. Ну да. Типа, что это совершенное оружие. В культуре, да. Ну или что-то типа далека делать. Ну, ну прям вот вообще. О, замечательно, эти штуки теперь еще и двигаются. Что может быть лучше? Да. Хотя иногда лучше, что они двигаются, то есть можно пробежать. А все так хорошо начиналось. Я даже не на лазер упал, я упал на этот куб. Ну ладно.